Всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня я наконец-то добрался до Xiaomi Redmi Note 5 Pro, точнее не добрался, а дотестировал его. Вот у нас такой выглядит, я уже недавно распаковочку делал на него. В принципе, телефон меня полностью устраивает, за исключением одного момента. Батарея. По производительности, конечно, все круто. Здесь 636 Snapdragon стоит, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной. В Antutu он набирает, кстати, 636 набирает в Antutu 115 тысяч баллов. Для сравнения, к примеру, мой Mi Max на 625 и Redmi 2S они набирают по 77 тысяч. И в работе это действительно ощущается. Телефон гораздо меньше тормозит, точнее, даже он вообще не тормозит. Вот. Он практически не виснет. И интерфейс работает гораздо плавнее, чем на тех аппаратах. Но есть небольшие косяки. К примеру, здесь стоит Android 8, и тут проблема со словарем. Я, к примеру, очень часто пользуюсь словарем Google, заношу туда какие-то слова, под кнопки их забиндиваю там, и так далее. Но тут как-то разработчики забыли добавить кнопочку «ОК», чтобы можно было добавить слово хоть какое-нибудь, потому что писать-то ты его можешь, но сохранить нельзя. Вот такая вот проблема. И я надеюсь, конечно, в будущем обновлении вот это все-таки пофиксят. И я думал, это проблема на Redmi Note 5 только. Сначала я грешил на лаунчер, удалил лаунчер, не помогло. Произвел манипуляции, не помогло. Потом сбросил заводские настройки, и все равно та же проблема и осталась. И я как-то думаю, загляну в Xiaomi Redmi 2S, потому что там тоже Android 8 стоит. И как-то я вот захожу туда и смотрю, и там та же самая проблема. Выходит, все дело в прошивке. Поэтому будем ждать обновления. Так что по баллам я, значит, сказал. И по поводу автономности. Автономность, конечно, желает, скажем так, не то чтобы лучшего. Ну, вообще, да, лучшего всегда можно желать. Это да, это аксиома такая у нас жизненная. Всегда нужно желать чего-то. Ух! Вот, ну, блин, я походил довольно длительное время с Xiaomi Mi Max 2, там батарея на 5300 мАч, и это монстр среди мобильных устройств просто по части автономности. С ним реально можно чуть ли не целую неделю ходить и без подзарядки. Этот же, я так полагаю, где-то 1,5-2 дня максимум с ним можно будет ходить. А вот, тем более, в принципе, даже, наверное, меньше, потому что, скорее всего, на один световой день его будет хватать. Здесь уже 54% заряда. Я встал утром 7 часов, его встал. Снял его с зарядки. И вот уже 46%. Он скушал. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну, будем как-то, может, оптимизацию проводить, я не знаю, надо как-нибудь попробовать еще помудрить с этим делом, и потом еще дополнительный ролик сниму. А пока у нас будет еще дополнительный, вернее, распаковка у нас уже была, это у нас будет обзор, мы будем обсматривать телефон со всех сторон, так что поехали. Так, вот я и добрался до нашего обзорного, полуобзорного, необзорного, чего какого там у нас стола, в общем, такой вот у нас белая скатерка. Белый телефон. Надо чуть-чуть камеру отставить от него, от стола, чтобы он не трясся. Вернее, чтобы камера не тряслась. Потому что я его как бы, когда цепляю, происходит тряска. Соответственно, мало ли, вдруг кого-то укачает. В общем, вот такой вот у нас телефон Xiaomi Redmi Note 5 Pro. У нас здесь 636 Snapdragon. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта накопителя, сканер отпечатка пальцев, двойная камера, вспышка, микро-USB, конечно же, динамик. Тут у нас микрофон, здесь 3.5 джек, а здесь у нас инфракрасный датчик и еще какая-то дырка, я не помню для чего. Короче, на меня уже ругали, что это, когда я говорю, что это типа шумодав, но на это не шумодав, там что-то там, короче, этот самый туда-сюда, в общем, не судите строго, я не помню. Так, здесь у нас глазок камеры, два датчика, динамик тоже, такой вот экран, и он у нас в чехле.
чехол у нас родной, тот, который у нас и шел в коробочке. И, блин, только что вот заходил в магазин и смотрел, такой телефон стоит порядка 7 тысяч у нас в Украине, в городе Кременчуге. Вот. У китайцев я заказал как-то чуть-то подешевле. В общем, вот такой у нас внешний вид. И, кстати, по поводу вот этих вот вставок, многие там ругались, что они типа, ну, как-то не камильфо смотрятся. На самом деле смотрится все очень круто, вживую вообще. Это на камеру тут блики всякие даются. Вот, но на самом деле смотрится очень хорошо. И, как видите, она не особо-то... Она вообще не отличается по цвету от этой крышки. То есть все в порядке. Почему кажется, что она цветом другая, так это из-за того, что она, ну, изгиб у нее, понимаете, она преломляет цвет, вот, и она кажется из-за этого другого оттенка, но цвет один в один, тот же самый. Если мы внимательно присмотримся, как бы так поставить, вот очень трудно так подобрать, ну, дело в том, что да, цвет здесь одинаковый, это я вам 100% говорю, потому что вживую наблюдать это все гораздо как-то попроще. Вот, и начнем мы тут. Так, тут я его уже, значит, этот телефон освоил. И вот у нас результаты Antutu. 115 600 баллов набирает. Snap 635. На минуточку 625 собирает баллов всего лишь 77 000. То есть этот гораздо мощнее. Причем, блин, у меня Xiaomi Mi Max, он гораздо... дороже этого, вернее, ну как гораздо, в два раза дороже получается. Я брал его за 8000 гривен, а этот аппарат я взял около 5. То есть этот сейчас мощнее, при том, что оперативки у него меньше, вот, и выдает он вот такой вот результат. И по работе это ощущается. То есть интерфейс не тормозит вообще. То есть все в полном порядке. Вот. Все замечательно работает, никаких лагов. Единственное, что, конечно, Инстаграм плужит, но это такое. Это как бы рабочий момент. Это уже зависит от оптимизации производителя ПО. Вот. И есть тут еще один неприятный момент, о котором я уже говорил ранее. Перед этим. Сейчас я вам даже покажу. Зайдем в настройки телефона. Дополнительные, расширенные языки. Вот. Потом клавиатура Gboard, Google, языки, кажется, да? Ага, не то. Вот, а, словарь нам нужен. Вот, мы заходим в словарь. Словарь, русский. Вот, и здесь нажимаем плюсик добавить. И, как видите, то ли я въехать не могу, как, что тут, где тут, чего тут, то ли, блин, я не пойму. Вот, скажите, вот как здесь вводить? Здесь нет никаких клавиш, я искал. То есть он не сохраняет, тупо здесь должна быть сверху висеть «Окей» или «Отменить». Ну, этого здесь нет. То есть в словарь ты ничего забить не можешь. И это, я так понимаю, баг. Вернее, не баг, просто разработчики софта забыли немножко за этот пунктик. Вот. Ну, надеемся, со следующим обновлением все поправят, все пофиксят. Вот. И в целом работает телефон очень неплохо. Инверсии цветов нет вообще. Здесь просто обалденный экран. Если честно, вот, он гораздо лучше, чем на Xiaomi Mi Max 2. Тут инверсии вообще нету. То есть углы обзора отличнейшие. У нас Full HD Plus получается. Вот. Работает он вполне себе замечательно. Все запускается довольно шустро. Не подвисает, не тормозит. Игрушки я еще пока не тестировал, но 115 тысяч баллов, блин, за глаза просто вот хватит. Мой Mi Max тянет практически все игрушки, то этот вообще будет, то есть, тянуть в полном порядке все у него. Камера здесь, конечно, классная. Камера мне очень даже понравилась. Вот такая у нас камера двойная. Эффект бохе, конечно, как бы есть, но ему нужно достаточно света для того, чтобы нормально фотографировать, потому что если света не будет хватать, фотографии получается как-то не очень. Сейчас мы даже зайдем и посмотрим фоточки. Вот такую вот сегодня фотографию сделал. Как видите. Сейчас мы даже приблизим. Вот так. Вот это я уже обрезал немножко. Вот. Ну, вообще фотографируют классно. Я вам так скажу. Фотографируют где-то раза в два лучше, чем Xiaomi Mi Max 2. Вот такого монстра сегодня сфотографировал.
букашечка такая нехилая, размером вот с палец. Она огромная просто была. Тут я морду лица свою ходил, тут у меня котейка. Как видим, фотографирует замечательно. А вот у нас эффект боке, как видите, задний фон размывает вполне себе неплохо, и фоточка так смотрится хорошо. Очень даже красиво. Мне нравится. Так что, единственный его минус этого аппарата, это и то, что он как бы хавает батарею, блин, просто очень шустро. Я, как уже раньше упоминал, вот, у меня сейчас уже 41% остался. То есть с утра я встал, 7 часов утра, и снял, было 100%, сейчас уже 41%. То есть с моим Mi Max это, конечно, ни в какую. Для меня это даже стало как-то немножко шоково, потому что я уже привык к тому, что телефон разряжается очень редко, то есть я его заряжал раз в 3-4 дня, вот, то этот, наверное, придется каждый день заряжать. Это, конечно, не очень хорошо, но по работе, учитывая то, что здесь 8-й Android уже стоит, и как бы он шустряк, работает очень хорошо, все плавненько, и все отображается замечательно, в Word тоже все. Все замечательно работает, потому что на Mi Max и на 7-м Android там как бы, ну, есть свои нюансы по работе с текстом и всем остальным. То здесь уже, скажем так, вот прям так как надо сделали, все прям круто на интуитивном уровне, система тебя понимает и как бы вообще замечательно. Ну, за исключением словаря, которые там забыли кнопочку ОК добавить, я надеюсь, все-таки пофиксят. Будем скрестим пальцы. Вот, будем ждать фикса. Короче, вот такой вот у нас телефон пришел на обзорчик, который я, кстати говоря, оставлю себе. Xiaomi Mi Max я продам, а этот будет у меня. И по поводу USB разъема, здесь micro USB, и все там жалуются, Андронилс и всякие другие подобные блогеры, что, мол, micro USB уже не камильфо. Но, блин, у меня практически все девайсы с micro USB. То есть один мой Mi Max был с USB Type-C. И мне жутко было неудобно им пользоваться. Точнее, его зарядку я мог использовать, ну, только, вернее, кабель. Только, ну, вот сопряжение с ним, все везде у меня USB, либо mini-USB, либо micro-USB. И как бы не очень удобно было. И также, допустим, если выходишь куда-то, в основном у людей тоже все micro-USB. В тренажерном зале, если у тебя садится телефон, то подзарядиться не у кого. То есть приходится с собой кабель таскать с зарядкой, и это, блин, как-то не очень удобно. Поэтому я так посидел, подумал и решил, что скорость хорошая, фоточки делает классные, фронталка вообще супер фотографирует, блин, просто класс. Xiaomi Mi Max, конечно, отдыхает. Вот фронталочка здесь клевая. Я еще музычку, правда, не слушал, надо будет протестировать, хотя, в принципе, не вижу в этом особого смысла. Почему? Потому что проводными наушниками я не пользуюсь, поэтому буду подключать Bluetooth наушники. То есть заранее предупреждаю, что будет не по проводу, а буду проверять свои ощущения по Bluetooth наушникам, потому что я уже давно отказался от проводных наушников, и какое же это блаженство пользоваться Bluetooth гарнитурой, ну, наушниками, никаких тебе проводов, ничего, причем что заряжаешь наушники один раз в месяц, и, блин, просто класс вообще. Это настолько удобно, ребят, я вот вам просто гарантирую, приобретайте себе Bluetooth наушники. Качество звука не потеряете, а пользы будет намного больше. Короче, вот такой вот у нас телефончик. Побывал на обзоре. Я, конечно, сильно пока не стал углубляться. Я, может быть, еще сниму видео по поводу игрушек там, где в каких будет производительность хорошая. Это по-любому, наверное, сделаем. Думаю. Вот, еще что-нибудь можно будет снять. Обязательно и так как этот телефон уже будет у меня, в принципе, для меня как бы не с проблемой будет уже снимать ролики по поводу пользования, там, недели, две, месяц, два месяца, три месяца, поэтому обязательно пишите в комментариях, если что, можете напомнить мне и предложите тему, на которую бы, ну, тему для съемки видео. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, всем спасибо, пока!